Костик, конечно. Для начала откройте рюкзак. Ого, рюкзак. Рюкзак хранятся снасти, наживки. Посмотрите предметы и получите детальную информацию левой кнопкой мышки. По урирам. Ого, в списке выберите маховое удилище. Например, телепенис ТЛ-16. Нихуя себе. Взять в руки. Нихуя, подождите, тут надо еще грузило, обычный поводок. Я что, собаку, блядь, выгулил или рыбу ловлю? Я нихуя не понимаю. Взять в руки, нахуй. Для установки... Нам плюс и нам минус. В смысле, Вася, у меня нету этих клав, блядь. Блядь, а как достать, сука, подожди. Как достать? Спуск поплавка. Ага, это типа, насколько мне надо заглубиться в эту суку, я понял. Такая будет 1 метр. Оп. Все, блядь. Конечно. Заприщурился. Держите, дождитесь поклевку. Внимательненько поплавком. И внимательненько, если он утонет или поплывет в сторону, наклоните подсечку и тащите рыбу к себе. Для этого нажмите ЛКМ. В случае успешного подсечки, выпустите наружу на удилище. Так, я понял. Значит, мы, блядь, будем сейчас ловить рыбу, да, пацаны? Надо, чтобы дождаться, чтобы оно клювало. Ох ты ж, сука, ты клюешь, что ли? Так, подождите. Блядь, съебалась рыба. О, блядь, ушла вообще. Подожди, что за хуйня, блядь? Она что, съедает все, сука, тварь, блядь? Раз, 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 раз. Ну что такое, блядь? Оп. Тварь. Ох, ебать, карасик, блядь. Нихуя себе. Конечно, блядь. Садок отпустить. Ебать ты, конечно, золотая, золотой йосы, бля, достал. Сейчас я поцелую, желание мне ебнешь. Отпустить, блядь. Блядь, вы чё, рофлите, что ли, опять, нахуй? Чё за рофл, блядь? Блять, да что такое нахуй? Чё ты, сука, срываешься? Ты снич ебаный на рыбе. Да я ж прошел эту хуйню. О. Конечно, сюда, блять, карасик. Садок. Все. Клавишу Backspace. Что это за клавиша? Постоянно не знаю. Убрать удилище в рюкзак можно клавишей Backspace. Ага, все. Перемещайтесь в лазер, папам. Отправляйтесь в дом. У меня есть свой дом. Это что? А, вот мой дом. Бля, так у меня свой дом есть. Вообще охуенно. Все. Теперь давайте отправимся на Оска Марина и попробуем ваш улов на рыбном рынке. Угу. Панель управления для переезда на другой рыбный рынок. Комариная, да? Переход. Бля, так тут телепорт, я не могу ездить. Я в эту хуйню наиграл 3К часов. Мало. Пожалуй, его унимать черный клевер. Дядь, да я его все пересмотрел. Нахуй мне его смотреть еще раз. С вами, типа, я его все видел. Так, рыбный рынок. Войти. Конечно, этого карася. Бля, да что так мало, блядь. А вот этого. Давай вот так. Блядь, 2 карася спиздил, сука. Я 2 карася ловил. Отыщите рыбный магазин. И опарыши надо, да? На продажу. Только подожди, блядь. Что такое? Это что, рыбный рынок? А нам нужен рыбный магазин. Продуктовый магазин. Промоторовый магазин. Блядь, хуй поймешь. Рыболовный магазин. Вот.
Так, нам надо наживка. Опарыш. Опарыш, так я напишу опарыш. Вот этих Йосипова, сколько их взять, блядь? Сколько у меня денег? 50 копеек, да? Возьмем вот так, нахуй, немножечко. Все, сюда, блядь. А дай 50 грамм для удачной рыбалочки. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас мы, блядь, и 50 грамм найдем, и девочек, нахуй, и мальчиков. Ладно, еще одного купим. Так, вы можете только покупать наживки, вы можете... Сорян. Очень важные дела. Сори, вы подождите. Такс, нахуй. Хлеб. Хлеб. Понятно, наебали. Банкомат. Продуктовый. Бля, я кентами могу играть тут, да? Лук. Ебать, так я могу ухуварить, да? Блять, я понял, мне наебали, мне надо... Хлябный мякиш. Ебать, тут такой движ есть. Тут, ебать, это, конечно, жестко. F1. Все успешно. Задание с механикой удилища. Отправляйтесь на В. Вас ждет на этой рыбу ловит. Блять, а тут типа по-разному рыбу ловить можно, да? А что у нас с биткоином, блядь? Так, обучение. Мы будем вам знакомить с механикой ловли на спиннинговую снасть. Пройти обучение. Да, блять, я тупой, нахуй. Все, давай мне снасти, блядь. Подходите к реке слева моста на берег. Подожди, Вась. Я наебу. Вот. Блять, опять на какую-то... Да я не ебу, как ловить вообще рыбу. Злой, ты с Асей еще общаешься? Да. Локация у мостика. Спасибо, блять, мне все было. Вы что, ебанаты, блядь? Я перешел. Снасть, подожди, это бамбуковая. Какую, блядь, удочку брать? Не ебу. Так я перешел, сука, все, блядь. Пройди к реке слева от деревянного моста, перекинутого на другой берег. Ну? Это этот мост? Чат. Ты балбес, да что такое, нахуй? Я перешел этот ебаный мост. Слева от моста. Что слева от моста? К реке, блядь, а я где? Ну вот, я стою, блядь, левая рука. Подойди к реке слева от деревянного моста, перекинуто на другой берег. Все. И сука, блядь. Давай соберем спиннинговое удилище и соберем оснастку искусственно. Корона. Подожди, что-то не так, да? Вот так. Да, все классно. Окей, теперь необходимо отрегулировать силу функциональной катушки. Установить силу тормоза в значении 25. Для регулировки функция... Колесико мышки, я понял. 25. Все. Да. После чего мне хотелось сделать перед забросом, выбрать скорость вращения катюшки. Смотрите, скорость вращения рука 10. Все. Ебать, тут так все сложно, блядь. Это для тупых, я думаю. И хуяндок. Подожди.
Ебать, ты чё, рофлишь с меня? Блять, ебать долго нахуй. Есть, сюда нахуй, все. А, выполняй поводку, на подмотке лист удерживаете ЛКМ, а нажав Shift можно полтора раза увеличить скорость подводки. Ага. Сука, я не бачу, блядь, нихуя. А где поплавок, блядь? Пиздануться, блядь. Где поплавок, блядь, а как увидеть-то? Сюда, 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 сука. Сюда, 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 сюда. Блять, ты там, блять, кашу не ел, тварь, блять. Давай быстрее, блять. Он что, вообще кашу не ест, нахуй. Давай, давай. Давай сюда. Блять. Да сука, у меня съебеются, Зара. Да я нажал Shift. Блять, она меня кругами водит, просто пиздец. Что там за великан нахуй меня, слышишь? Ты что, человека поймал, блядь? О, ебать, втащу какой-то. Ох, ебать, инопланетянин, ебучий. Что? Охуеть, ебать, насколько ты весишь, дядя, я охуел. Садочек, конечно. После задания не оставляйте настигнутым. Самостоятельность всего мира. Все. Все, хватит. Все, я могу рыболовить. Рыбный рынок, конечно, блядь, продаем эту хуйту. Какие доллары, блядь, я так долго ловил, блядь, пиздец. Все, я могу на эту суку ловить. Так, подождите, пацаны, подскажите, на что мне нахуй лучше ловить? На снюс. Да какой, сука, снюс? Блять, а кто тут вообще водится? Слышите, блядь? Кто тут водится? Спиннинговая снайс, да. Я хочу сюда. Нихуя этот шестой левел, чё, ёбнулся, Вась? Пруд какой-то ёбаный, не. Поплавочная снасть. Я хочу на поплавочек, блядь, ловить себе. Поплавочек. Тихо, Иози, окружение необходимо на время зрения. Они большие деревья, которые зрения, развернутые на берегу озера, но купить их зрения, необходимо им это сделать. Вредно репост, если не ремонт, то зрения, вредно репост, то все, нахуй, в переход, блядь. Хочу ловить, нахуй, нормальный карасей себе. Шо тут у нас такое? Так, а я ж, блядь, тут и был, да? Все, вот так сейчас. Это можно заюзать? На лодку можно сесть? На лодку вообще можно купить лодку себе потом? Бля, надо что-то выбрать, какое-то место пиздатое. Что у меня вообще по удочкам? Так, это средний строй, это... Что? Бамбуковый СССР. Нихуя, вот это берем. Грузила есть, через червь. Блять, на хлеб ловить, что ли? У меня есть личинки. Будем на личинки. Окей, на личинки половим.
Гачки, блядь, какие крючки? Маленькие, 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 маленькие. Похую, в принципе, какой, да? Наживочка. Наживочка у нас есть, опарич. СССР леска. Да ебал рот, блядь. Все, да. Взять руки? Конечно. Все, побежали. Сейчас выберем место какое-то, прикормку, блядь. Прикормим где-то. Вот машинка, вот там. Не, там люди шуметь будут. Сейчас я выберу что-то такое. Под камышами тут сидят, рыбка сидит обычно. Сейчас мы, блядь, тебя... Сейчас, блядь. Спуск поплавка. Давай, блядь, чуть-чуть на полторашечку. Будем тебя редактировать. Возле березки. Вот так, ёбнем вот тут. Вот так, оп. Блять, ты так, сука, далеко бросил, снич. Конечно, тут... Блять, эта удочка маленькая. Конечно, блять, на метр. Тут нихуя не... Мы возле берега на полтора метра, блять. На метр, чтобы какую-то грязюку словить. Давай, закидывай. Оп. Ждем. Сука, заткнись. Разговаривайте тихо, блядь, не спугните мне наживку. Потому что этот, если ее сыпать, этот сейчас уедет. Уедет, пизда. Все, молчите. Просто ждем. Блядь. Ой, сюда, ох, сюда, конечно, блядь, карасик, 700 граммов, конечно, в садочек, еще раз. Конечно, блядь, закидываем, нахуй. Все, тихо. Клюет, блядь, не вижу. Нихуя у меня, блядь, зрение, приближение, я как сова. Я, блядь, все вижу. Ебать, там типы ловят рыбу, я ебал. 29 килограмм, ебать, на что он нахуй? Поплавок чуть ниже опустить, думаешь? Бля, я кушать хочу, у меня показатели, блядь, маленькие. Надо перекусить, блядь, наловлю рыбу, пойду куплю еды. А ее приготовить можно. Сука, не пиши капсом, не ори, блядь, спуги. Сидим сейчас, хую, ёбнутую. На хлеб ловить, ну да. Всем утра заебись, 17 градусов охуенно вообще. Ой, что, блядь, никого нету, блядь, что, блядь. Ой. Сейчас. Сейчас еще раз клюнет сниму. Отвечаю. Ебать. Нихуя не клюет. Я ебал. Блять, походу, сука, рыба снич. Сказала, что тут тип ловит рыбу. И все, и пизда. Я в этом прям уверен. Но еще минут. Ладно, похуй, достаем. Что у нас, блядь, тут? Червь, мякиш. На мякиш
Блядь, давайте нахуй вот так. Чуть-чуть выше поднимем. На 80 сантиметров. Закинем чем подальше. Вот так. Чик. Ну тут берег, блядь, он ловится. Когда сетку поставлю? Какая нахуй сетка? Я что, браконьер? Еще, блядь, словят, насыпят мне нахуй. Под зелень закидывай. Да, блядь, да, ну, в принципе, под зеленью она может сидеть, воздух искать, да? В камышах себе чисто. Не орите, блядь, я сейчас, сука, чипалах я отвешу. Никто нахуй не орёт. Все молчат тихо, пацаны, блядь. Тихо сидим, блядь, дальше будем. Чё, нихуя не клюет вообще, блядь. Ещё нихуя рыбы нет, что ли? А тут глубоко вообще или нихуя не глубоко? Не знаю, блядь. Мотыля? Да не, на этот. Блядь. Не орите, сука, блядь, видите, не клюет нихуя, блядь, вы чё мне пугаете мою рыбку, блядь? Нихуя не клюет, блядь. Ой, наебал. Что это было, блядь? Тихо. Блядь, ну ты, сука, снищ. Блядь, ёбаный рот этого казино, блядь. Да, сука, нахуй вы орёте, блядь, это вы виноваты, спугнули мне карася, блядь. Надо было, когда приподнял, надо, когда опустит. Сходи на точку 4672 по компасу, там лови. Что это за точки? Я ебал. Сейчас какой-то, блядь, мусора еще меня примут с каким-то кладом. С твоими точками, Вася. Ебал рот, нахуй, я твои точки. Ну, тихо. Тихо-тихо. Давай-давай-давай. Ниже. 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 Ниже, снич. Да-да-да-да-да. Подцепил, суку. Подсек. Что ты такое, нахуй? 200 грамм. Золотой карась. Да иди ты нахуй. Тоже мне, блядь. Опенек, блядь. Ёбаный. Эй, сука, на хлеб такую хуйню словил. Вы чё, блядь? Блять, короче, еще на этом озере на спиновую лучку, которую ты сейчас держишь, плохо ловится. Это не спиннинговая, это, блядь. Это моя палатка? Шашлык. Стейк с лосося. Это что? Что такое, блядь? А тачка тоже моя? Блядь. Короче, я стою вот так. Вот так. И пошел улов. Я могу купить абонемент на лодку и ловить с лодки? Вы что мне говорите? Тут лодки нет. Есть тут лодка. Тут есть лодка? Это не спиннинг, это обычное, блядь. Вы чё меня наёбываете, сука? Пожалуйста, брат, расстался с девчонкой? Не переживай, брат. Ещё этих девчонок, блядь, в твоей жизни будет так много. Ёбнешься. Каждый день, блядь, хоть... Самое глупое, из-за чего можно переживать, из-за расставания, я считаю, блядь. Есть вещи поважнее, намного. Мировой рекорд недели. Белуга Каспийская, 47 килограмм. Ебать, чел, ты что там, ёбнулся? Пиздец.
Да не ору я, блядь, не ору. Да не ору я. Говорит злой, который также страдал за раз. Блядь, тихо, сука, с донатами. Дядь, на твоего червяка ни одна тёлка не клюнет. Может, хоть рыбалку поймаешь. Спасибо, Иван, за 150, блядь. Сука, блядь, еще один донат, нахуй. У меня рыба, блядь, тут клюет. Нихуя донатов, блядь. Тихо, блядь, позатыкали пиздаки. Не донатьте, блядь, вообще. Блядь, есть будешь, тварь, блядь, или не будешь? Нихуя не клюет, блядь. Нихуя нет. Нихуя нет вообще. Да нихуя не клюет, тварь, блядь. Сидишь ебалом тут, а сидишь, блядь, дергаешь. Эмоциональная игра, да, дядь. Очень, блядь. Ну, на рыбалке, нахуй, очнись. И ниже поплавок. Ниже поплавок. Короче, блядь, с вашими советами, все, пошли нахуй. Поплавок, блядь, ниже берем. 1.10, блядь, ставим червячок. Червячок. Хлеб хуё, все, на червячка, блядь, оп. Бля, бро. Блядь, 1 метр рестер. Блядь, тут 1 метр воды, ты видишь, как он нахуй? Ты видишь, как вот этот, сука. Блядь, что такое, блядь? Блядь, 8 вот так. 1 метр, блядь, ты чё, не видишь, нахуй? Какой, блядь, один... Это, 20, блядь. 1 метр, блядь, глубина-то рыба там нахуй живет. Ломатыра. Сука! Тише, блядь! Спасибо, Абоба Йосип. Блядь, не донать нахуй. Блядь, не пугай мне улов, блядь. У меня семья дома ждет, еды нахуй нету. Я на рыбалке, блядь, вообще-то. Снич, блядь. Где там мой, блядь, поплавочек? Все, ждем, блядь. Спасибо за 200 рублей, ебать. Но на них нахуй нихуя не словишь, блядь. Лучше бы, блядь, закинул бы банку снастей мне каких-то сейчас, блядь. Да нихуя не клюет, ебануться. Тихо, что-то было? Вася, ты куда нахуй полез? Конечно, кто ты, блядь? Ротан, блядь. Ты снич, блядь. Йосип, ты... Ты чё, да... Ну, блядь, какой ротан, блядь. Дальше, оп, вот так. Саринган. Привет, можешь удалить игру? Твоя рыбалка уже вся сгнила. Подожди, иди нахуй. Тихо, блядь. Возьмешь в рот уже или не возьмешь ты, блядь, потюк? Что, съела, блядь, что ли? Давай, давай. Давай. А, сука, тварь, блядь. Ёбаная, блядь. Сука, иди нахуй своими донатами, ёбаными, блядь. Иди нахуй, блядь. Не реагируй меня, блядь. Ты что, не видишь, блядь, у меня нахуй не клюет нихуя. Сука, мне похуй, блядь. Вся твоя рыбалка и майка у тебя дурацкая, и очки тоже. Иди мне похуй, сибися. Тоже мне, блядь, слышишь, блядь. Заткнись нахуй там, блядь. Мне тут... Шо это нахуй такое? Вася, ты куда, сука, заглотил? Ты, паскуда? Конечно, сюда, нахуй. Кто ты такой у нас? Братан. Братан, блядь. Саринган.
Блять, ну не ори... Нахуя ты это делаешь, скажи? Вам что, и весело так нахуй, сука, издеваться, что ли, с людьми? Отъебитесь, нахуй. У меня рыбалка, блядь. Мы сидим с пацанами, ловим рыбу. Сосед ебаный, себе потеряйся где-то. Пропади, блядь. Меня нахуй не клюет, блядь. Ты разумеешь, что ты не выкупаешь, блядь. Отойди, пожалуйста. Да что отойди? Карта на М. Циферками глубин. Тихо. Блядь, я читаю что-то. Карта М. Там обозначена циферка. Это глубина. Если ты возьмешь лодку возле столовой, купишь абонемент, езжай на 5 метров, глубину выставляй глубину 1,5 метра, юзай опарыша или червя. Проверь, у меня в рыбалке 48 левел. Сука, все вы такие рыбаки, блядь, говорите там, тыры-пыры, а потом снимай штаны, блядь, и посмотрим, куда твой спинник залезет мне в задницу. Не буду я верить тебе, блядь, я-то знаю, у меня батя рыбак, и я, сука, рыбачу. Я, блядь, видел, сука, на ротанов уже надавал, блядь, сука, ротанов словил. Вася, блядь. Тоже, блядь, советчики вот эти все, блядь. Я знаю, как ловить рыбу, не надо, блядь. Вот-вот виржаку льет, нахуй, все. Да, блядь. Тихо. Подсекай, сука. В ротик, давай, ниже, ниже. Ниже. Ниже, блядь. Бери в ротик, сука. Алло, блядь. Давай, нахуй, слышишь, блядь. А заглатывай уже. Ты возьмешь, блядь, грязное или нет? Или ты будешь теребить немножко? Че, съела, блядь, что ли? Ах ты ж, сука, положила поплавочек мне. О, Вась, сюда нахуй. Густера, блядь, 176 грамм. Блядь, тоже такая хуйня какая-то, блядь. Нихуя нема, блядь. Так, все, тихо, ша, блядь, туда закидываем. Все, ладно, похуй. Идем дальше. В рюкзаке нет ни одной подходящей карты. У меня даже карты нету, блядь, дядь. Мне сейчас надо нафармить на карту этими ребёхами. Вот так даем за камыши, чтобы рыба нас не видела вообще. И вот так, оп. И нас рыба не видит. Она думает, что мы типа еду даем. А на самом деле мы ее подсечем и залутаем. Да чат у меня закрытый, камера, видите? Эх, похуй. Вот так. Я теперь жду. Сейчас я вратан дам и рыбке, и всем. Да-да, нахуй. Опа, я же говорил, смотри. Ух, ебать ты, грязючка, нахуй. О, что-то большое, наверное, да? Угу. Охуеть, блядь. Нихуя себе. Угу. Нихуя себе словил, блядь, конечно, на ротан. Ебать словил, конечно, рыбёху, я ебал. 46-72. Да не буду я, блядь, никуда становиться, блядь. Ой, блядь, вот это подсёк, суку. Боже, как же тут клюёт, Вася. Окунь, конечно, сюда, нахуй. Блядь, я же говорю, что я знаю, что я делаю, Вася, блядь. Заткнитесь, нахуй. Я же знаю, что я делаю, блядь. Я сука, лыбу ловлю. Потому что никто не орёт. И все тихо сидят. Ах ты ж, блядь, сука, блядь, окунь ёбаный. Птички поют так красиво. Ебашит в ушки, блядь, вообще кайф. Сейчас бы покушать еще, правда. Голубчиков ебанутых. Каких-то. Со сметаночкой. Ебать, а что такое? Вы чё, нихуя мне не сказали, что ли, блядь? Что меня клюет, нахуй, пиздец. Заговорился, сука. Даже нихуя не увидел, блядь. Ебать вы сничи, пиздец. Съела наживку, тварь, блядь. Ебать, тут клюет жестко. Все, мне похуй, я не смотрю в чат. Я, блядь, наслаждаюсь себе рыбкой. Сейчас включу еще аудиокнигу какую-то лютую, блядь. Ебать, охуй.
вообще нахуй пропал, дядь. Я охуел. Я думал, сейчас, блядь, вместе с уточкой уебет. О, натрачивает, натрачивает. Оп, оп, оп. Оп. Натрачивает, видите, по чуть-чуть. Драчун. Рыба драчун. Рыба, рыба драчун. Тихо. Тихо, 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 тихо. Ниже. Ниже. Ну же, блядь. Ну, блядь. Блядь, ты уебан. Давай, блядь, бери и закладывай. Опять какой-то ротан ебаный попался. Ну что ты, блядь, ебел совсем, сука, или что, блядь? Трочит, блядь. Ну, сука, я ебал рот. Ебать, рыбичий рот ебал твой. Да опусти уже нормально, блядь. Да ебать ты, сука, драчун, блядь. Ну ты рыба-драчун. Ебал рот ты твой рыбичий, я тебе говорю. Блядь, ну тварина нахуй. Я хуею, блядь, с этой рыбки, блядь. Пиздец. Ты так долго дрочишь, блядь. Ты чё нахуй ты так долго дрочишь, блядь? Слой, карту можешь в администривке. Она там похуй не стоит. Потом ищи, продавай рыбу на рыбном рынке. Потом иди в магаз, купи крючок побольше. Чтобы рыба больше. Чтобы рыба больше, хуярь в столовую, смотри, заказы, выполняй заказы, будешь получать больше монет, и пиздуй, возьми лодку в аренду, потом еще напишу советов. Бля, да ты, все, ты меня наебуешь, блядь, я не верю тебе, блядь, ты не хочешь меня с этой точки, блядь, чтобы я ушел, ты сейчас сюда придешь, будешь ловить рыбу на моей точке, нихуя, я не уйду отсюда. Ты хочешь, блядь, мою точку залутать своими советами, иди-ка ты нахуй, дорогой, блядь. Моя точка, я не уйду отсюда. Я уже прикормил тут, блядь. Не. Я на своей точке, мне похуй. Я ловлю тут рыбу. И, блядь, советы. Сам, блядь, дядь, если такой рыболовни ебаться, так и сам, блядь, иди, блядь, покупай карту, выполняй заказы, блядь. Иди на лодке, нахуй, там, плавай, блядь, делай грязюку. Я себе, блядь, постою тут, половлю рыбу, блядь. Я знаю, что я делаю, чел. Ты видел, сколько у меня рыбы? Я ебать, это мой район, это моя точка, мне похуй. Он, блядь, мне дается. Я сейчас только отойду, чел станет сюда, блядь. Попробуй потом его выгонять отсюда. Конечно, блядь. Да-да, я знаю этих, сука, рыболовов, пиздец. Блядь, нихуя не клюет, пацаны, пиздец. Кажись, я спугнул рыбу. Да это вы, блядь, сука, спугнули. Наорали, блядь. Пишет нахуй капсом, блядь. Не может нахуй нормально написать, спугнул мне карася какого-то, блядь. Или опарыша там кого-то. Блядь, я знаю нахуй, блядь. Хотя до сих пор называют фуфилом? Нет, я не фуфил, бро. Я топовый тип. Кстати, пацаны, скоро мерч выходит у меня. На днях. Готовьте бабки. Чтобы выглядеть красиво, блядь. Как раз для рыбалки футболочка сойдет, заебись. Комари увидят такой пиздатый мерч, они такие, не, в этого типа я сосать не буду. Ему уже сосут тёлки. Да, я ему сосать не буду, ему уже сосут. Ему, да, ему девки сосут уже, все. Нам нет смысла у него сосать. Угу. Он мерч злого купил, да. Он круто выглядит. Так что там мы уже ничего не высосим, да, конечно. Что, пацаны, блядь, если хотите, чтобы вам сосали, вы знаете, что делать. Бля, я очень сильно орну, если кто-то действительно будет в моем мерче заниматься сексом и скинет мне ролик этого, я вообще охуею. Не надо так делать. Потому что я видел на нашем известном сайте, как смотрели по пизи и резюку делали, я так охуел. Хе. Хотя мне мой Кент говорил, что он под мои стримы сексом занимается со своей девушкой. Немножечко странно как-то, блядь, это все. Типа серьезно. Смотреть мои стримы и заниматься сексом. Такое себе, конечно. Ты знал, что Диана хочет залутать Ивангая? А ты знал, что Диана хочет залутать? В каком плане залутать, блядь? Не разумею.
Да, конечно. Все девчонки вокруг меня, меня не хотят, только моих кентов. Жиза, блядь. Сука, все, ебал рот, блядь. Пошли нахуй продавать рыбу, покупать еду. Бля, пизда, на севере то есть, то на карте ты один. Нахуй ты удалил сообщение? Верни сообщение. Не удаляй его, верни его. Зачем ты его забанил? Верни, блядь. Чел написал что-то полезное, наверное. Подойди к палатке, там рядом будет возможность залезть в сумку, нажми Е, и там тебе предложат пойти нахуй, соглашайся. Да, вот это вот дебила можешь забанить, блядь, нахуй, в принципе, он не нужен тут-то. Хочу тебя увидеть в Харькове, хоть когда-то, и дать в ебучку тебе. Надеюсь, увижу тебя, братанчик. Да, брат, ты невезучий, блядь, не проеду в Харьков. Рыбный рынок. Ух, ебать, я тут на ебать цены, я ебал рот таких цен, блядь. Это что я куплю на это, блядь? Вы чё, сука, ёбнулись там нахуй на голову? Ебать, а тут водку купить. А я ебал, очень дорого, блядь, даже не бухнуть. Блять, дорого, сука. Так, а что я тут могу купить? О, лопата, котелки, уголь, древесины, нихуя себе. Медный, о, прикольно, набор красок. Нет на складе. Так, а что вообще тут еще есть? Рыболовный магазин. О, ебать, тут-то тут всякое резюки. Ебать, я себе еще в этом разбирался, конечно. Нихуя в этом не понимаю. Я нихуя в этом не понимаю. Хорошо, я вижу. Да что я чекнул ТГ, блядь, что вы напали? Блядь, как нахуй эту рыбу? Как эту рыбу, блядь? Слышь, разбань мне этого типа, нахуй. Он хоть, блядь, и место залутать хотел, но, блядь. Гачок мне надо. У меня 36 монет. Блядь, я даже никакой гачок не могу купить себе, позволить. Какой гачок, блядь, купить? Вот этот? Какие у меня вообще есть удилища? Катушки, леска. Живка. Лягушка, ебать. Тебе эта еда нахуй не... Бежи, самая дешевая, еще самая... Главная лопата. Будешь копать червей и не платить. Можешь выкупить набор. Так будет лучше. Дядь, а что мне... Это, блядь, что это такое? Вася, что мне нахуй делать? Вот скажи, прикормка какая-то. Нахуй мне это аксессуары? Я что, дебил? Так. Блять, вот смотри, мне надо крючки классические. О! Классический мне нужен, да?
Лопату, блядь, а где ее купить тут? Подожди, лопата не тут. Блядь, я как с этой удочкой, как дебил хожу, нахуй. Лопата, 38, 36, блядь. Еще ловить рыбу надо. Это, подожди, это здесь на спиннинг ловится, да? Мне кажется, тут нихуя не ловится. На спиннинг больше ловится? Масса. Хуй пойми, какую брать. Подожди, а я что, блядь, ловлю без наживки? Вообще нахуй. Тяни, куда тянуть, блядь? Ждем, пока клюнет. Что, не клюет нихуя? Да нихуя не клюнуло, вы меня наебали, блядь. Нихуя не в эту, блядь. Сука, наёбщики, блядь. Оп, закидываем опять. Ой-ой-ой-ой-ой! Ух ты ж, сука! Ах ты ж, блядь! Ах ты ж! Снич, ёбаный! Ого, что-то есть, пацаны! Ох, ебать! Что-то есть, типы! Ох, сука! Что-то есть! Что-то есть, типы, блядь, помогите. Ебать, там килограмм 40, наверное, блядь, не могу. Давай, 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 блядь, я сорваться может. Что-то есть. Да, ебать, там велетень, сука. Боже, блядь, там такая грязюка. Я видел поплавочек, ебать, там килограмма 5.
5. Сейчас кило словлю. Блять. Сука. Куда ты, блядь, я идти могу? Я могу идти, ходить могу? Давай сюда, давай сюда, снич. Давай, литл хуй, блядь. Чего, блядь? Что это, блядь, меня... Там, блядь, Лохнесс, блядь, живет, что ли, какой-то? Что это, блядь? Чё за... Сука... Долина, блядь, блядская какая-то. Сука... Вот это тильт, нахуй, я ебал, нахуй. А, я понял, меня кинули, блядь, на рыбу. Я понял, сука. Ебал рот этого казино, блядь. Стою вот так. Оп. Все, блядь. Блядь, я так старался, сука. Это очень обидно было, блядь, а батя бы мной гордился. Блядь, я просто проебал карася, блядь. Тише, блядь, не... Все, не шумите, пожалуйста. Хорошо? Можете не шуметь. Можете не шуметь. Когда куплю батя машину, он не хочет машину. Или хочет. Не знаю, пока не говорил мне об этом. Тихо. Пожалуйста, тихо. Бля, ебал рот эту рыбу, серьезно. Такой тильт.
нахуй фонарик, блядь, долбоёб. Она же увидит свет, уплывет. Он и не скажет, правда, что ты считаешь, что он не хочет тачку? Не говорю, что обязан покупать, просто у тебя нелепые отмазки. У нас в семье говорят все прямо. Можно ставку тебе на экстри будет больше 1,5 килограмма, либо меньше? Дядь, так если бы она еще клюнула, блядь. Координаты 106.6. Пятое место. Блядь, ну нахуй вы... Нахуй, сука, нахуй ты удаляешь сообщение, не могу понять, блядь. Нахуй ты удаляешь сообщение, пускай он напишет. Я только решил прочитать. Нахуя вы удаляете сообщение, блядь? Я рыбак или хуй с горы? Что с АПС, блядь? За что спасибо? Я, сука, нихуя не остановил, вы будете голодны. Не шумите, блядь, у меня рыба. Не шумите, блядь! О, это строго кинул. Кинул рейд. Ох, ебать. О, спасибо, блядь, пожалуйста, блядь. Только тише, блядь, тише. Тише, блядь, у меня рыбалка. 106, 110, хорошо клюет на спиннинг, хорошо. 106, 110, 106, блядь, где? Только, блядь, пацаны, пожалуйста, не шумите. Хорошо. Ну, рили, блядь, у меня рыбалка. 106, 110. Блядь, да что это такое? Блядь, да я куда иду вообще, не ебу. Не шумите, блядь, меня рыбка. Да где я, блядь? 106, 110. Как понять 106, 110? Да круть. Что такое? Все, пизду. Что такое? Что такое, блядь? Че у меня леска не крутится, сука? Она застряла там где-то, что ли? Где она застряла, блядь? Как, чем рука нахуй занята, блядь? Чем рука занята, алё? Чё за хуйня? Чем рука занята? А, блядь, это судочек, блядь, этот совок. Ебать, охуел просто. Рука занята, говорит, блядь. Я так охуел. Так, я иду на точку, которую мне сказал тип, ну. 106. Кто-то мне пишет, мне похуй, блядь. 106. 110. Блядь, как понять 106? 106? 110. Блядь, как понять 106? Я нихуя не могу понять. Тихо. 106 первое и 110 нузи. Вот. Блядь, не в ту сторону. Вот я иду. Вот там будет 106. Короче, идем по одной координате 106. И потом мы делаем другую координату. 86. 106. 110. Да не ору я, блядь. 106. И как дальше? Что дальше, блядь? 106, 123. Так, блядь, иди-ка ты нахуй. Понял? Иди-ка ты нахуй. Ты мне, блядь, разводишь, блядь, что лоха, блядь, наверное, блядь. И какие-то рандомные координаты пишут мне, блядь. Ебал я рот, нахуй, вот эти координаты, блядь. Все, поебать, я нахуй вот тут становлюсь. Возле церквюшки. Закидываю спиннинг, блядь. Выключаю свет и сижу, блядь. Все, тихо, блядь. По чуть-чуть натягиваем. По чуть-чуть, на. Покурим, покурили бы, блядь. Но я не могу пойти покурить. Натягиваем по чуть-чуть. Блядь, вот сказал мне это место. Сказал мне... Строго, у тебя день рождения. Кстати, Строго, я забыл, что у тебя днюха.
Ладно, я помнил, что у тебя нюх. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, личной жизни, всего самого лучшего. Чтобы в этом году тебе отсосало много девушек. Очень много. Чтоб ты чувствовал. Тебе в ЛС в игре приманки прислали. Как ЛС смотреть? Ого. Подожди, нихуя себе. Это мне... Это что-то... Мне приманку прислали. Строго ты тут, а? С днем рождения. Чтоб было все классно. Удачи. Чтоб, блядь, в следующем году у тебя был нахуй онлайн на твою днюху 100 тысяч, блядь. Да. И что, блядь, ты никогда не терпел отказа от дам. Ты приходишь и говоришь, малая, ты моя, нахуй, все. И она так сразу начинает, блядь, уже так делать. Знаешь, как собака хочет сексом заниматься. Она не успела подойти к самке и так попой вот так делает. И так подруга сразу на тебя видит и вот так сразу. Не знает, что у нее с руками, просто, блядь. Хуйня какая-то получается, да? Что тут за сообщение? Злой, кидай в корягу, там говорь ловится. На правом берегу. Это направо по берегу иди. Какая коряга, блядь? Подожди, Вася, нахуй, нихуя не разумею. Блядь, какую-то он мне снасть дал. Хуй пойми какую. Я до сих пор не ебу. Какую из этих, блядь? Наверное, вот эту. И кидай в корягу, говорит. 106, 107. Вася, так я же тут стою, нахуй. Я что-то нихуя не могу понять. Сука, как тут? Зеленая с точками имба, я понял. Скорость поплавка ставь 35. Зеленая. Спикер 2. Скорость поплавка. Функционал катушки. Скорость подмотки. Катушки. Как поплавок ставить? Я не ебу. Через что поплавок ставить, блядь? Ку-ку-ку. Всем привет. Диман, привет. Функционал поплавка. Блядь. Помогите, сука. Зеленая с точками имба. Нажми М русскую. Да поставь мою, дурень. Она... Да ты, ебал рот. Ты мне что скинул? Zeiman Speaker 2. 2018-2008. Где она, блядь? Ее вообще нет, дядь. Ой, брат, в конец реки надо пойти тебе, и там будет коряшка. Конце там реки? Будет коряшка. Кидаешь туда и таскаешь постоянно рыбу, да. Вот туда? Прям в конец реки. Прям в конец реки тебе надо. Река у тебя, да, вот еще правее. Туда, вот туда иди прям. Дядь, я застрял. Ну, щелкни что-нибудь там, я не знаю. Бывает такое. А я громко, да? Сделал. Не, нормально, нормально. Диман, я застрял. Блин. Получается все. Все, я вырастал. Блять, так мне говорили. В конец реки иди. В конце реки тебе нужно идти. Блять, чат верить ему или нет? Ты, да, ты ну смотри, проверит. Легко проверить будет. Я просто на этой реке я ее всю изловил. Вот так вот иди прям в конец реки, я тебе скажу, где встать и куда кидать. Ну, ты можешь срезать чуть-чуть, пойти правее. Можешь срезать. Ты тут угол просто будешь обходить. Вот тут? Вот эта коряшка? Ну, вот прям... это? Не-не-не, прям иди в конец реки, иди-иди-иди. Да тут звери есть? Нет. Иди-иди-иди. Правее, ну, вот все, вот иди-иди-иди. Еще идти надо. Иди-иди, дальше палатки. Сушеная рыба. Сушеная с пивасиком, да? У меня батя как раз сейчас ебашит сушеную рыбу дома. Ебать, я ее заебашу разно. Блин, я что-то проголодался, кушать захотелось. Я тоже уже голоден опять. Куда вот, идешь, идешь дальше, смотри, дальше, 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 иди. Иди, 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 иди дальше. Ебать, это такая темка, так. Так, смотри, сейчас, 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 еще. Стоп, не суети экран, не вижу. Подожди, еще иди. Выйди из кустов, я не вижу где-то. Вот. А, вот, вставай, смотри, чуть дальше, да, иди по берегу. Чуть-чуть еще пройди. Нет, тебе надо еще пройти, злой.
Блять, куда же... Вот смотрите, за коряшку пройди, за коряшку пройди. Ну. Вот за эту. И вот иди где слева сейчас, левее иди. Ну вот, иди вдоль левее. Видишь, травка начинается. Вот здесь вот вставай. Вот, вот здесь. Все, все. Нет, назад, назад, назад. Все? А тут? Нет, нет, ты пошел. Ну, еще назад отойдите, неудобно будет кидать. Вот так? Вот, вот, еще чуть-чуть назад. И вот смотри, ты можешь кидать вдоль травки, а можешь кидать к тому берегу. И ну, такой, наискосок. Оп. Да, и вот здесь хорошая рыба водится. Ну, давай. А свет, если так включу, рыба не съебется? Вот это не знаю, вот это не знаю. Ну, возможно, еще время ночью, ну, может быть, и клюнет. А что ты ждешь? Ты сразу крути, тут на поверхности, в принципе. Так, я сейчас отойду, пока злой. Окей, брат. Сейчас приду. Спасибо, Дим. Оценка птушки 25. Скорость мышкой 35. Так рыба не успеет, блять. Рыба не успеет за мной. Так рыба нихуя не успеет, блять. Чат. Нихуя нема. Тихо. Блять, да ёбаный снич, да пам. Ну она не успеет, блядь, она трех на скорости 3 ловил вообще. Как она успеет, блядь, за моей катушкой? Там что, дельфин, сука, блядь, какой-то, или акула, блядь. Давай, блядь. Новые сообщения. Зеленая скорость увеличь буква. Понятно. Спасибо за советы, пацаны. Только, блядь, тихо, не орите. Блядь, мне кажется, Ликс сейчас хавает еду и с меня просто угорает, блядь, как с лоха. Что нихуя не клюет. И он сидит сейчас, рофлит, такой смеется, ебать лоха развел. Типа, блядь, и сидит и смеется. Ну рели же нихуя не клюет-то. Это пиздос. Ну нихуя ж нету, пацаны. Короче, наебали 5 нахуй. Ставлю на 10. Уже 3 ночи, уже светает, сука, до сих пор без провизии. Короче, блядь, последний раз закидываю туда. Если не клюет, я ебал. Ночи плохо. Ну давай посмотрим, Дима. Может, блядь. Может, будет сейчас ловить. 5-6 начинает. Заебись. Ночью рыбы спят. Ты пиздешь, они там тусят нахуй. Там есть рыбные клубы, туси. Они тусят, чилят, бухают. Ты чё думаешь, я мультики нахуй про рыбы не смотрел? Там такая рыба крутая, блядь, акулу ёбнула. Они там висят нахуй жутко. Классно проводят время, что ты мне рассказываешь? Они там, блядь, с болота построили все клубы, висят там, банки у них. Да я поставил скорость на 10. Тише, все.
я уже целый час ёбаный сижу с этой, блядь, вот этой хуетой длинной. Я ни одну рыбу не словил. Ни одну. Уж а утро они не спят, но сейчас посмотрим. Чё она дёргается? Да чё она дёргается? Подожди. Опа! Хуя себе. Сюда нахуй. Как? Блядь! Как? Блядь, ебать, чуть не съебалась ещё, слышишь? Опа! Сюда, нахуй! Конечно, блядь! Чуть не съебалась рыба, пиздец, блядь! Ты видел такое? На рассвете нормально, да? Да ты дно цепляешь из-за того, что скорость маленькую поставил. Блять, что ты мне совет-то дашь, ты мне, блять, блядский? Нихуя там чел рыбу на 5 тонн поймал, это как вообще? 5 тонн рыбу, это что такое, нахуй? Короче, блять, скорость 18, Дима, я понял. Это возраст, который бы ты хотел вернуться, да, Дмитрий? Оп, еще раз туда закину. Тихо. Тихо. Возраст, который бы... Ой, грязюка. Опа. Подожди, тихо. Тихо, какой-то грязюка. Конечно, сюда, Вась. Все, ты мой, блядь. Ты мой, блядь. Все, нахуй, ты мой, блядь. Ты понял, нахуй? Конечно, блядь. Конечно, ты мой, блядь, карась, нахуй. Что такое, нахуй? Все, пойдем гулять с тобой. Ах, ебать, ты мой кент. Ебать, я кента себе завел. Окунь. 500 грамм. Сюда, нахуй. Конечно. Садочек, блядь. Просто сходу закидываем следующую. Дим, спасибо большое за совет. 18 этих. Ох, ебать, опять какая-то сука. Конечно, дядь, сюда, ебаш. Давай. Ебать, я тебя залутал, лоха, да? Так я могу назад бежать, да? Я ж могу назад чисто бежать. И он, блядь, ко мне выбежит, получается, да? Ебать, вторую. Смотри, как быстро, пиздец. Охуенно. Окунь. 477 грамм. Когда крутишь, старайся ближе к воде держаться. Спиннинг поставь на 20, чтобы удилище... Ага. У тебя резко прорвется. Не бегай. С рыбой шифтом, я понял. Все, я понял. Оп. Ебать, закинул мастерски. Бля, ебать, я красава. Наталья, привет. Привет, Стасик. Блять, ебать, клюет снич.
сюда нахуй сразу, я тебя даже не буду тащить, блядь. Кто ты тут у нас? Блядь, головач. Ебать, охуенно. Пошла грязючка, ебать нахуй. Ебать, я, сука, рыболов. Я хуею, блядь. Вот это я понял. Тихо. Я чувствовал движение. Я чувствовал движение, Вась. Блядь, вы видели движуху? Нажимай ПКМ, когда рыбу вытянул. Вот так. Ага, это типа я удочку, да, ёбну? Ночью судак берет, если он... Победители, да, кстати, у меня в телеге розыгрыш прошел на скин. Да, я сам отправлю лол, мне надо только его стимтрейд. И проверить, зарегался ли он по ссылке. Рядом с этой точкой очень много крупного голова... Голов... Сейчас, брат, подожди, мне тут написали смс-ку. Лови на блесну, которую сейчас скину. Давай. Ого. Блядь, ебать. Друзья, рыбаки такие добрые. Спасибо, бро. Спасибо за блесну, блядь. Сука, я забыл, как она называется. Зейман Хорнет 1. Зейман Хорнет 1. Блять, хуй пойми, нахуй. Вот это, наверное. Хуй пойми, блять. Бля, мне надо покушать. Покушать надо. У меня типа красная залупка уже. Я могу поесть прям тут? Ой, блядь, ебать, что-то тянет. Я, сука, чат читаю. Тихо. Сюда, снечик, блядь. Кто у нас тут-то? Окунь. Короче, я хочу проверить точку, которую мне все пишут. 107, 106. Дима, извини. Спасибо, кстати, за точку. Пиздатая точка. Не, точка, спасибо. Классная. Нажми букву Т и похавай. О, ебать, у меня душоночка есть грязная. И что, блядь? Как ее съеба... Как ее заточить? Как ее съесть, нахуй? А, он хрумкает. Нормально так, блядь. 106? Блядь, да ебаные кусты, сука, непроходимые. Сто шесть, сто семь. Сейчас. Кидай в эту корягу. 107, 110. А не 107, 100. Я понял. О, ебать, ебать, грязюка. Кент. Здорово, Кент Реблоу. Чтобы поесть, спасибо. А, сейчас ебать нахуярюсь. Квасик. Буль-буль-буль-буль-буль. Лимонадик. Что, блядь? 50 грамм. Сука, 50 грамм. Благодарю. 100? 107. Я понял, все, я понял. Бля, а Диман охуенное место знает, пиздец. Такую классную рыбу ловит. Диман, ты тут? А мы сможем в Питере поехать на рыбалку? Оп, вот тут. Какую корягу кидать, Вась? Я не понимаю, про какую корягу они говорят. Какую корягу бросать здесь?
107, 110. 107. А, блядь, 107. 107, блядь, с другой, нахуй, ёбаный рон. Ну, вот, 107. А где 110, блядь? Чел, да я ебал! Шо ты, сука? Блядь, ты меня наебаешь? Такого нема. Правее немного, там березка. Вот. И вот. Нихуя, вот тут. Есть 107. Блять, как я отсюда кину, сука? Меня что, троллят, блять? Совсем ёбнулось, нахуй. Сто семь сто вообще, блядь. Вот, блядь. Тут-то? В корягу, говорят, бросай. Давай. Блядь, криво. Так я тут стоял, блядь. Ебалуться, блядь. Нихуя пока, ладно. Оп, еще разочек. Йосип, ты в рыбалке ноль. Какие ты в тёлках, блядь, бро? Блядь, а у меня рыба не протухнет в рюкзаке? О, ебать, ебашится! Тихо-тихо-тихо. Ебать, что это такое, блядь? Что это? Женёк, ебать! 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 700 килограмм! Что вы мне там написываете? Ого! Вася, а что ты накидал? Что это такое, слышишь? Какие-то приманки накидал, бро. Я ебал, я не знаю, что это. Вот тебе стартовый набор. Спасибо. Либо портится за 24 часа времени. Все, я понял. Спасибо, пацаны. Не вводите мне в ЛС, пожалуйста. Давайте в чат. Другую корягу, которая справа. Подождите, сейчас. Сейчас, подождите, ребята. Я сейчас дотяну эту. Окей. Мы посмотрим. Чуть нихуя не понимаю, блядь. Я поел, попил. Солнце. Солнце. Что это такое? Вот это? Вот это? Вот эту? Вот эту, да? Ну.
Ебать, сразу сосет. Кто тут такой великан, блядь? Сюда, нахуй, на рудочку, тварь, блядь. Это пиранья, блядь? Что это такое, нахуй? Ебать, килограмм 30, наверное. Конечно, сюда. Кто ты, блядь? Сука. Осуждаю. Осуждаю, что было написано в чате. Мы сделаем по-умному. Вот так сделаем просто. И все. Все, ебать, ловим рыбу. Ебать, мы красавцы, да, чат, нахуй? У меня мой чат в чате, блядь. У меня мой чат тут, а. Ну, я просто кину вот так, оп. А почему именно эта точка? Тут что, блядь, больше всего ловится, что ли? А мне каких-то поводков накидали, слышите, блядь? Какой-то стартовый набор накидали мне. Может, посмотрим? Что это за стартовый набор? О, конечно, сюда, блядь. Кто это, блядь? Кто ты такой, нахуй? Снич. Сюда. Главарь, блядь, опять какой-то. Блядь, там мне тип накидал каких-то приманюх. Ебать, а что с ними делать, нахуй, слышите? Ого, Вась, я даже не знаю, какую насыпать. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Что ж мне взять, нахуй? Бля, какую ставить? Вот эту, нахуй, заточенную. Вот эту. Вот эту? Чат, какую взять? Пятую? Раз, два, три, четыре, пять. Вот эту? Оп. Ебать, ебать, я рыболов. Рыбу я ловлю. Я потом ее пожарю и выеб... высушу. У меня дар сегодня, мне 15 руки. Зовут Ваня. Ваня, поздравляю с днюхой. Игра такая, что куда-то в определенных точках и на определенные приманки. Блять, я отказываюсь в это верить. Осуждаю. Что же осудить, блять, я ничего не понимаю. Блять, обычная игра про рыбалку. Вы чё, рофлите, блять, что ли? Короче, сколько стоит лодка, блядь? Я сейчас покупаю лодку и плыву нахуй. Этой точке большая щука, килограмма два. Только лови на золотую блесну, услышь меня. О, ебать, тихо, ша, меня уже кто-то ёсып какой-то клюет. Ого, нихуя себе гигант, ебануться. Нихуя он ёбнутый, Вась. Блять, ебать, он огромный. Слушайте, на какой ловить? На вот эту золотую, Dragon Bell? На какую ловить снасть, скажите мне? Блять, вы нихуя не знаете, блять. Попробуй стрем 2007. Вот тебе это блесна на какую-то... Что вторую, вот эту? Вот эту, блядь. Вы уверены? Мне кажется, на эту нихуя не клюет. Ну, короче, я последнюю пробую. Сейчас.
за рыбой ходил я в гастроном, пока не познакомился с бывалым рыбаком. Он каждую неделю на рыбанку выезжал по стакан, частенько набивал поплавок и червячок, чок-чок-чок-чок, маринованный сморчок, чок-чок-чок-чок. Отдыхай и не жалей, лей-лей-лей-лей, станет веселей. Доставай большой сачок, чок-чок-чок-чок, под кукан срезай сучок, чок-чок-чок-чок, наливать не забывай. Понял, эта блесна слишком большая. Какое брать блесну? Стрэм 2.0, он что-то такое сказал. Вот эту? Короче, блядь. Приезжаю в деревню, еду с батей на рыбалку. Сюда, нахуй. Под кукан? Сюда, окунь, конечно. Ахуй. Бля, вот такие песни мне нравятся. Это не шансон, а такой какой-то чил, знаете, именно. О, ебать, опять клюет, конечно, сюда, снич. Нормально. Ебать, я хороший рыболов. Ебать, сразу, что ли? Бля, я бы даже выпил, нахуй. Но жаль, что я не пью. У тебя голодный спин, чувак, а он 2к стоит. Что такое голдовый спин, я не понимаю. Икорягу. Вот этот? Корягу, типа, это обычную удочку? Вот это? Это мне что-то мажорное скинули? Денежек много, времени мало. Так все достало, так все достало. Скажи-ка, Жорик, а где наш Федя? Чего, блять? Мы на рыбалку. Сегодня... Чего, блять? Чего, блять? Он даже нихуя не сделал, Вась. Он даже нихуя не сделал. Просто вылез, блядь. Перекурили, сидим, ждем Жорку. Он явился с прицепом полным. Ой, тихо, ша. Он там козленка припер с базара. Коробок, кто это? Блядь. Праздник, шашлык ушибся. Закусим малость, чтоб не убиться. Вот это дело, рыбалка, пикничок. Китай, брателла, пожитки в рюкзачок. И на рыбалку, на речку, в костерку, на рыбалку. Что случилось? Вот это дело, что случилось? Пикничок. Китай, брателла, что случилось? Пожитки в рюкзачок. Что случилось? На рыбалку, на речку, в костерку, на рыбалку. Почему не могу вытащить? Какой зацеп, блядь? Мы что, руферы, блядь? Ветер как пьяный в лесу гуляет.
нагрянул дождик и поливает. Что за цепь, сука? И дуем водку, все за рыбалку, да за погоду. Блять. К утру разгонит, к утру развеет. О, у меня лески нема. А у меня нет. Мы не скучали, не торопились. Ну накачались и отрубились. Вдруг среди ночи нас кто-то мочит. Дубьем не сильно, промежду прочим. Блять! Хорош ушибы, чесать и шишки. Эвакуиру, емся, братишки. Федька с бросуни, ружье хватает. Отстреливаться вдруг начинает. Без боя русский, да не сдается, да и не русский, когда напьется. Блять! Рыбалка, пикничок. Что делать нахуй? Блять! Сука, матка, блядь. Жаль, ракетницу не захватили из всех калибров. Бля, я сейчас разъебашу компьютер, нахуй. Только прорваться, а там неделю. Можно держаться. Жорка до укола метнул гранатку. Больше не видел никто палатку. Я пару залпа. Блять, да у меня все не работает, утка, блять. Темно здесь что-то. Вот вам за это. Отбились вроде. Уже светает. А похмелье, что понимает. Блесну приманку. Что? На нас свалило. Чуть все рыбалку. А, вот что. Не загубило. Я проебал эту штуку, дорогую, за 5000? За 2000 рублей я проебал эту штуку? Да ну нахуй, чел! Рожки да ножки. Вот это дело, рыбалка, пикничок. Я проебал эту штуку. А ее можно было расцепить. На рыбалку, на речку, костерку, на рыбалку. Вот это дело, рыбалка, пикничок. Тоньше? Кидай, брателла. Я понял. Потоньше, Зара. Ку-ку, блядь. Так. Бро, на базу купи блестянку. 1,5. Флюр. 50 монет. У меня денег нет. Что это такое? Выбери уже утку и нажми на вы, поставь поводок и приманку. Что-то. Что это такое? Что он дал мне, блядь? Потоньше, да? Длина, масса. Какую ставить, чат? Какую ставить? Эту? Я понял, брат, куплю. Что такое?
Тебе наебали, она недорогая, я понял. Тебе будет зацеп переходить в игру. Так быстрее будет. И карасей! И карасей! Где и Колей? Ебать жиза! Охуенно! И карасей! И карасей мы ловим, Колей. Сколько стоит лодка? Я хочу на лодке уебашить. Пацаны, сколько стоит лодка? Я хочу на лодке заебашиться куда-то грязно. Сколько аренда лодки стоит? Бля, рыбалка пиздата. Рыбалка это круто. И карасей! На лодке не сможешь пока что, локация не та. В смысле? Берем другую локацию. 12-й левел. Охуеть, блядь, так это надо левел большой, да? Это мне что тут, до 12-го левела сидеть, блядь? Продай рыбу, сейчас пойдем. Бля, так классно, пацаны, пиздец. Не... О, что-то, посмотри. Кто тут у нас, блядь? Снич какой-то, я даже тебя не заметил. Ладно, пойдем продавать рыбу. Пойдем продавать рыбу. Бро, нужно переходить на локацию. Эх, рыбалка, да это ж как всегда. Без труда не вынешь рыбки из пруда. Эдик веслами настойчиво гребет. А без крепкого напитка кафе? Рыбка не клюет. Жены рюмки все подальше. Уложили. А где кафе? Как кафе называется? И щерпачка. Выпили немного. А, вот, блядь. Заказы, да? Окунь у меня есть. Да ну нахуй, у меня есть окунь, тварина, блядь. Чё, не хочет окуня моего брать? Рыбу, которую поймал в одном месте, набрал той же... Эх, рыбалка, время все идет. Почему-то наша рыбка не клюет. Да и пусть все это чепуха. Сварим мы свою уху из петуха. Из кого, блядь? Тут собака есть?
Откуда? Покакать можно, да? Бля, какой классный графон. Бля, такой классный графон, и даже не хочется бегать. Бля, классный трек. Блядь, где кафе, сука? А. О, да, у меня дохуя окней. У меня дохуя окней. Так, а чё я продать-то не могу? Ну да я тебе, блядь, самых худеньких продам, слышишь, блядь? Тебе похуй каких, я самых худеньких продам. Ёщики нема. Рак, рак, да ну нахуй, где раки, как их ловить? Как ловить ёбаного рака? Скажите мне, как ловить рака? Ладно, продаём. Пять голды всего лишь. Продавать или нет? Все кастрюли в окурках, да каша и горох на плите пригорел. Очень грустная матушка наша, я спешил и убрать не успел. Очень трезвые лица в машинах на рыбу. Так, что дальше? Покупаем что-то? Какую-то лопату, да, там нахуй. Лопата нужна нам? Хочу словить вот здесь попробовать. Вот тут хочу. Эвер Ластинг Симуляшн, это что такое? Не симулятор я бы поиграл, мне нравятся симуляторы. Кайфовать у них так классно, пиздец. Бля, я просто в музыке, пацаны, вообще похую на все. Это что, уже час ночи? Подождите. А вы мой видос про зимнюю рыбалку видели, как я ловил рыбу? А он очень старый, с батей. Хотите со мной посмотреть? Я не знаю, он даже может быть скрыт. Там с батей, прикольно. Я не понял, первую рыбу? Давайте лучше вторую рыбалку. Прикольно, мне... эта игра мне понравилась. Мне... Ну, спасибо, кстати, всем, кто помогал советами, это было охуенно. Посмотрите, меня тут ребята помогали советами. Вообще круто. Сколько очки взял? За десятку.
Как сохраниться тут? А, тут авто?